Лиман. Українське місто на Сході, що двічі було в окупації. У 2014 та 2022 до війни Лиман був величезним залізничним хабом. Тепер же колія відрізана. Місто із дивовижною природою, що вважали перлиною Донеччини, заполонили колони знищеної техніки та масові поховання. Російська Федерація продовжує перетворювати місто на руїни. Але не дивлячись на це, там і досі живуть люди. До Лиману постійно приїжджають волонтери із гуманітарною та медичною допомогою. Наша редакція «Мандарин Медіа» поїхала разом із ними, аби дізнатися, яка ситуація в місті зараз. Я вообще должна, я работала на заводе, и я должна была идти в ночь на работу, в ночную смену. У нас была группа, естественно, заводская, и в группу пришло сообщение в 7 утра, что дневную смену распустили домой, что началась война. Страх у меня был за детей, потому что предприятие остановилось, и средств к существованию больше нет. Все, это единственный был мой источник дохода. Очень много знакомых начали уезжать за границу. Ну, то есть я стала за границу уезжать спасаться или остаться помогать. У меня даже не было сомнений, я осталась помогать. Однозначно, вот без, вообще без всяких. Зимний период был очень тяжелый, конечно, для таких людей, вот как я. Как было так, что мы неделю не могли выйти из подвала. Там дом прямое было попадание, окон нету до сих пор не вставлены. И поэтому я в подвале. Это комнатка, где я проживаю. Сейчас я свет включу. Не пугайтесь, я не ждала гостей, поэтому тут может быть все лишнее где-то что-то стоять. Сейчас я так уберу, я от мышек горожусь, вы поняли? Вот это я тут живу сама. Эту кровать от дочки. Дочкин дом разбили. Двухэтажный дом был у дочери разбитый. Ничего не сохранилось. Все вот так вытащили. Где что это самое? То я кроватку одну хапанула. Это мне мальчики тут сюда кровать. А то я на досках спала год. Вот он на кирпичах. И вот эта дверь из квартиры. Вот это здесь. Ну, это 2 года, 3-й год пошел. Сказать вам честно, я не представляю, как уехать там, где ты жил. Вот в гости где-то поехал отдохнуть. Куда тянет? Сюда все равно. Были в красоте, как мы ездили. На моря тогда раньше отдыхать, все. А Лиман у нас самый лучший, самый дорогой. Поэтому я вот не смогла я поехать. Я не могу. Вот не представляю, как это вот бросить все и уехать. Приехать туда, не зная языка. Что нас когда-то учили эти, хоть английский, хоть что. Учила я когда-то английский. Знаю, что my name is Olga. Знаю, что I live in Лиман. Town, там Лиман, там вот такое простые обращения. А что такое приехать, ни с кем не заговорить. А мы же привыкли встретиться, здравствуйте, пожелать друг другу. С кем? А там нет, там такого нет. Там идешь ты и будешь как муму. И на сегодняшний день мой старший сын, он волонтерит вместе со мной. Он выезжает сюда, в Донецкую область. С большим удовольствием, с большой благодарностью общается с людьми, помогает им. Ну, а началось все с того, что я попала в центр «Шлях до здоровья» на курсы по оказанию первой психологической помощи. Пошла дальше учиться по психологии и переключилась на терапевта, потому что начала организовывать выезды с терапевтом в Донецкую область. Ну, я почти год сюда езжу именно в Лиман, а в Донецкую область я езжу где-то 1-1.5 года. Бывает 2 раза в неделю. Бывает 3 раза в неделю. Бывает 1-2 недели. Выездов очень много. Я 2 года занимаюсь гуманитаркой. Я в церкви занимаюсь гуманитаркой. И тут же на медицину переключилась, на выезды. Понимаете, когда ее не ограничено, то люди приходят, берут. Когда они понимают, что немного, так они же знают всех своих соседей, даже тех, кто умерли. Ну, это есть, это и у нас есть, это и здесь есть. Ну, но если эта таблетка даст ей уверенность в том, что ей завтра будет чем поправить свое здоровье, я готова делать это снова. Так как я выезжаю с терапевтом, с семейным врачом в Донецкую область, то, естественно, список препаратов я оговариваю с ним. То есть я не от себя придумываю, какие препараты мне взять. Я слушаю людей, я слышу, что они спрашивают. Плюс я советуюсь с терапевтом, которая расскажет мне, что лучше или что-то чем-то можно заменить. И вот в таком формате мы
принимаем решение. Приехали выдавать медикаменты, и в 100 метрах от нас, но это было в низине, было 5 прилетов. Но я понимаю, что уже они 5 отзвучали, больше уже не будет. То есть будет какое-то время, что, ну, люди очень были. Мне было жалко людей, они, конечно, в таких условиях жить, это, ну, и выезжать не хотят. Розетки многие не работают, свет не везде есть. Просто что нету окна, видите, там да. Картон, эти самые залеплены. Это можете, если вам это. Вот это до сих пор у меня порядка тут нет. Понимаете, их очень жалко. Конечно, они этого не заслужили. Но когда они тебе говорят, одна наша работа, сидеть и ждать, когда вы приедете, нет больше никаких барьеров. Страх не приехать, не помочь. Понимаете? Да, добрый день. Какие жалобы? Добрый день. Жалобы, конечно, давление, потому что мне уже 78 лет. И у меня давление постоянно, ну, почти до 200. 180, 190 на 100. У нас, по-моему, сейчас есть наличие диклофенак, правильно, Стас? Да, должен быть. Мы его с вами пропьем 5 дней. Дозировки 100 миллиграмм в сутки. Есть люди, правда, есть люди, очень... в хорошем таком возрасте, под 90 лет. И знаючи, что мы приедем, они приходят только ради того, чтобы их обняли и выслушали. И не важно, о чем они говорят. Вообще не важно. Просто они пришли, чтобы их обняли. Они не берут ни продукты, ни лекарства. Вот это самое ценное вообще, что можно. До початку повномасштабного вторгнення у Лимані проживало близько 22 тисяч людей. Наразі відомо про приблизно 4,5 тисячі. Місто знаходиться за 15 кілометрів від лінії фронту. Тож постійні обстріли вже стали страшною буденністю. Понад 85% усіх будівель зруйновані. Частина з них не підлягає відновленню. Місцеві кажуть, сьогоднішній Лиман не наляканий, проте трохи збайдужілий. Але він продовжує жити.